Эй, мне воротник ограничивает видимость, понятно? И почему ты такой зануда? От тебя помощи, как от топора, брошенного утопающему, клоун! Теперь даже шутки у тебя плоские, как в комиксах! Ну и что? А то, что супергерои жалкие! Они носят нелепые прозвища, например, Человек-корова, и обладают бесполезным даром, вроде безразмерного языка. А настоящей силой обладают неопрятные умники, и я не хочу иметь с вами ничего общего! В таком случае я просто сотру тебя из книги. Постой, я в комиксе? Да. Твое имя Чмок. Ты помощник Лазерного сердца. Ты целуешь людей, чтобы им стало лучше. Довольно болтовни, Лазерное сердце. Нам надо совершать супергеройские поступки. Вы уверены, что нам нужно бродить ночью по парку? Оставьте страхи, юная леди! Лазерное сердце сразит любого врага! Он зажжет факел правосудия там, где царит вечная тьма! Я чуть преувеличил. Отдай мне кошелек! Конечно! А где он? В твоем кармане! Что? Лазерное сердце, сделай что-нибудь! Может, вызовем полицию? И что мы им скажем? Что мы нарядились как восточные поп-звезды, и у нас грабитель отнял кошелек и $7? А? Сара, прошу, прекрати. Просто прочитай. Я так рада, что вы остались друзьями, хотя и боретесь за мое внимание. Что? Здесь реальные события смешиваются с вымышленными.